Хочется поздравить вас с хорошей погодой, наконец, по-божески. У нас так получается теперь, что один, дай бог, хотя бы один месяц в году, вот, лето. Тем более, приятно, что вы нашли время не на природу, а вот какая природа-то в среду. Все равно воспользоваться моментом. Спасибо вам большое. Вы себе похвалите. Я уж не знаю, вы любите белорусские песни настолько, или любители нашего, так сказать, да? Нашего. Просто пока аплодисменты уже. Вы знаете, да, мы, конечно, могли выступить сегодня в том зале, но, да, не знаю. Вы никто туда не ходил, там где-то ремонт, друзья. Надеюсь, что что-то изменится, хотя я сомневаюсь, но... Этот низкий потолок я сказал. Вот, знаете, что я сказал? Я сказал хозяину, тут, знаете, как-то поднять потолок, он говорит, поднять нельзя, давайте опустим пол хотя бы на метр, да, чтобы как бы не давился. Это нереально практично. На нас давит, я вам скажу честно, другое. Дело в том, что в этом году мы с Вадимом, да, куда деваться, мы с Вадимом отметили 126 лет на двоих. Страшно. Как-то не давит. Давит, конечно. Вот поэтому у нас в последнее время вот, репертуар такой, я не скажу, стариковский. Это кавалер, да. Но тем не менее, так сказать, о возрасте, все больше о возрасте. Это Валера все споем, да? Я-то... Да. А он молодой, да? Помоложе. Помоложе, да. Ну вот на эту тему как раз мы и начнем первые песни, стихи нашего постоянного соавтора Алексея Леонидовича. Когда тело с душой расстанется, когда свет породнится с тьмой, в благодарных домах останется непоставленный голос мой. Семь аккордов, одна октава, до строковой попасть успеть, чтоб Москва, Нью-Йорк и Варшава еле слышно смогли подпеть. Думать, как это ничего не вышло, только ждать, присмыкаться, врать. Ничего, все равно Всевышний всех построит у царский храм. Слышу, как поется спиною тот, кто
оставленный голос мой. Есть 43 и 7 на 8.
28, но, увы, не 26. Давай, дружок, закурим я, она послушай, чем не пегас. Хотя такая же она трава, но кто жалеет в нас неправы? А правы те, кто любит нас. Давай, дружок, закурим яву, она послушай, чем набегас. Хотя такая же отрава, но кто жалеет нас не правы, а правы те, кто любит нас. Поезда простуженных, мир дышат, обнадусь в стеклу, и славюсь без них.
пальцами, то любишь, поневоле звездное, запоешь, хорошо везу со мной по Руси, милицейской ночью летит такси, тормознешь лбом, задает стекло, очнешься, 20 лет прошло. Вернуться на 20 лет назад, а теперь еще даже больше уже, пожалуй. Дело в том, что напомню, что мы, а для тех, кто не знает, сказать, что мы не коренные москвичи, мы бывшие рижане. Вот, и в 89 году нас пригласили работать в Москве, а еще Советский Союз существовал. Мы работали в Москве, а жили в Риге. И вот как, ну как, между Ригой и Москвой. Вот, до тех пор, пока, значит, в 91 году мы не оказались в Москве в реабилитации. Ну и, естественно, у нас никого не двора в Москве. Ну, ничего страшного. Где мы пока не жили, да. пока нас хорошая судьба не привела в один дом, где Инце было, я думаю, что это была судьба, потому что, как говорится, очень хорошие люди, муж с женой, ребенок, да, вот в обычной двушке на Южной, ты знаешь, что это Южная, да, это, да, не важно, Московский дальний район, да, в общем, и мы так вот посидели на кухне, пья кофе, да, мы разговаривали о своих, как бы, таких проблемах, что нам не лежит, и оставались. Я вот год прожил на кухне, а я 3 года в детской. И ребенок как раз учился играть на кларнете. Да. Да. И вот как-то оказалось, что хозяин квартиры оказался не только вот, просто хорошим человеком, детский врач, психоневролог. А вот тем самым Алексеем Морозовым. И вот первое произведение, которое мы написали на стихи, да, как выяснилось, что он читает стихи и песни, да, через какое-то время. Вот первая песня была как раз написана по поводу Роскоса. Нашего приятеля там. Ну, здесь, я думаю, что не все москвичи. Всем, кто там, кто не москвичи, кто не любит. О, надо вот, да, надо сказать о том, что Серега происходит в Москве. В Москве есть Зубовский бульвар. В районе Зубовского бульвара происходит такой троллейбус. Ходил, когда не ходит. Троллейбус очень интересный номер МБ. Да, и в районе Зубовского бульвара стоит памятник Льву Николаевичу Толстому. Я бы сказал, Сибирь. Да, Сибирь. Ну, в общем, а кто же его посадит? Да, Сибирь. Ну, что немаловажно. Сейчас я пойму, потому что как раз это Алексей Морозов, у него из дома на работу как раз шел маршрут к нему, как раз памятника Льва Николаевича Толстого. Пускай воробьи-поберушки перед хлебщиком
пирушки, не дойдут донесения в тюрьму, не дано подвидеть вертухаю. Как нам лишится в жизни и то, как мы славно с толстым отдыхаем, попиваем из пары пивко. Но гудит по Москве пароходик, моют стойки в крымском кафе, мой троллейбус уже на подходе. Под шофе тишина без собачьего лая упадет, как лавина в горах. До свидания, Лев Николаевич, мне пора возвращаться в барак. Где дудит, чтоб свистеть добровольная тюрьма. Понимаете, мы какой-то вот как клей какой-то. Ну, ты был клей, ну, да? Ну, я так раздрогнул. А стоило мне уехать где-то через несколько месяцев, они такие разошлись. Вот, вот, ну, вот если рассудить. Ночи без тебя.
Песенки твою
чтобы... Это песня о спасении. Да. В этом отделении. Так говорили. Чувствовалось, да, что оно так произойдет, что-то должно произойти. Страна провалась, поэтому давайте сделаем. Если у всех стоит горячее, чтобы оно не остыло, давайте чуть поедим, да, а потом... Опять встретимся. Спасибо.